уронили. Не уронили, успели добить. Ладно, пофиг. Иди сюда, пэтаки. Так, добьем. Давай, изи. Нашли от кого умирать. Ой. A warrior true, if ever one there was. A fellow Drake warrior. Egon. Piteous Egon. Do you not remember? Conjure your past, how once you were, when fear was yet foreign to you. Да ты что ли? Drake warrior, dear friend, grant me this one wish. Take this finger, my finger, scale the jagged peak, face Bale the Dread, and when you do, summon me. Summon my soul. А если один один хочу? Просто в конце призвать можно. My heart is twice over filled with fear, but a Drake warrior I remain, and my soul yet lies on the mountain. Крюченый палец Игона. Призывает рыцаря дракона Игна, используя его знак. Скрученный узловатый пальц принадлежал сломленному рыцарю дракона Игну. Серая плоть почти лишь на крови. При встрече с Бейлом ужасным призывает рыцаря дракона Игна из его знака. Моя душа до сих пор покоится на той игре. Типа, если нам для креста нужно призвать, то мы можем, наверное, в конце попробовать призвать. Или там без разницы. Что в большинстве Elden Ring-овских этих... Да-да-да, это уже было. Призови меня, призови мою душу. Короче, не надо было призывать челов. То есть достаточно было просто зубатая гора. А, выполнить убийство, которое они хотят, и тогда засчиталось. С призыв везде не обязательный. Как в соус в предыдущих играх. А дайте какой-нибудь костер, чтобы каждый раз сюда не бегать. Километр. Или клин хотя бы. Ничего не дали. Жадины. Не, возможно, еще дадут. Где мы вообще? А, мы сюда что ли идем? Вау. Неожиданно. Тихо-тихо-тихо. Это жар дракона. Цветок странной формы, сочащийся горячей кровью. Говорят, что эти цветы распускаются лишь однажды и вырастают из сердца мертвых воин, которые часто принимали драконье причастие. Это не про нас. Так, что за камушки падают, не понял. Какие еще камушки, блин? Куда они падают вообще? Опачки, стоять. Меточку. А здесь что? Что за проходит? Ты кто? Олень? Нормально вам тут олени? А зачем это? Там в объезд типа пройти, да? Чтобы нас с камушком не заваливало. Окей. Раненый дракон. А если дракон будет не раненый, что делать? Живой? Френдли? Как будто бы обычный дракон, да? Древний дракон Санис... О, нет, фу, это эти противные драконы. Против них я драться не умею. Даже не близко. Ауч. Че рандомные молнии спамят, да? А...
Не помню, что это такое. Это хрень. Кстати, против вот этих, наверное, челов нормально эту штуку зайдет. Лучше, чем против предыдущих. Задел. По-моему, да, не сначала такой, а потом у них взрывается все. И камера тут супер классная еще. Было дело. Не помню, какие атаки должны, потому что они двойные. Я, наверное, даже не знаю. По-моему, так не пол. А, я не. А, да, я не похитился. А. Блин, камера пиздец. Чел отвел голову вправо, у меня камера стоит АФК. Охуенно, блядь, просто рандомно хуйня, блядь, сзади ударила. Заебись, блядь. Рандомные атаки круто. Круто и весело. Короче, нафиг было, не заметил. Что делать? Ну, меня просто, блядь, не видно, что он делает. Это пиздец, одна атака перепрыгнул, блядь, а второй раз он атаковать не стал. Пиздец. А это дыхание. Блять, нет, зажата клавиша, ну что, блять, почему клавиши перестали, блять, сжаться? Что, блять, случилось? Импад поплыл. В чем-то, блять, клавиша триггера. Сложно на нее не нажать. Рандомные молнии, заебись. Один раз? Почему? Там фул хп было.
сейчас убьет меня. Надо под ним проходить. Как крутится? А, хвостом покрутил, блядь. Еще раз? Сейчас стеночка опять какая-нибудь сзади будет, да? Блин, я же в воздухе, мне кажется, что херня, пизда, блядь. Я боялся, что... А, нормальное место, можно было драться. О, что? Да, ты повернул шею. Попал? Блять, как? Блять, как? Блять, ну как? Охуенно, в прыжке, блядь. А, у меня еще персонаж, блядь, упал. Еблан, блядь. Да-да-да, у меня стеночка сзади, заебись. Иди, иди, иди. Да, нихуя делать не надо, блядь. Ты же, блядь, дракон, который, сука, ходит, блядь. Охуенно, блядь, все. Сломался, еблан, блядь. О, что, блядь, атаковать надо? А, да, блядь. Точно, вспомнил, атаковать же должен. Еблан, блядь. Второй раз эту штуку. Но... А, я что-то другое делал. Вперед. Рандомная хуйня, поехали. Убились. Поехали. Ну, опять ходим? Ебись. Давай походим, да. Давай. Я попью пока. Ты ходишь. Да-да-да, ходим, блядь. Ходячий дракон, блядь. О, все, пришел, блядь. Придурок. Ну, блядь, ну атакуй, ну нахуя я, блядь, держу кнопку, блядь, ебаную. Нахуй. Где-то, блядь. Я налетел, сломай скалу справа, я не подойду туда. Скалу не сломает. Если за него придется бежать, я не хочу там оказываться. Атакуй, еблан. Пизда, блин, а. Маме. Ой. Да. Откуда я знаю, что он там делает? Меня не видно. Блять, заденет? Конечно, блять, заденет. Я успею. Миллиард времени. Вперед. А еще раз так, не? Не хочешь? А, рандомная хуйня сейчас убьет меня, блять. Херней. Вроде не долетает.
Мы слишком далеко стоим для него. Добей его там. 6900. Пока идет, мы его убьем. Нахуй. Еще можно длить дракон. Да я тебя, блядь, вырежу из игры, нахуй. С чем, блядь, это чмо здесь нужно? Зачем, блядь? Кто их, блядь, добавил? Вырежьте всех, блядь, из игры. Зачем их в DLC дополнительно, блядь, добавлять? Вырезать всех драконов этих помойных из DLC. И из игры основной. Нахуй не нужны, блядь, свои хуёвые камеры, блядь, своими двойными, блядь, атаками. Своим, блядь, сплэшем по земле. Где мой сейф, костер? Костер? О, костер. Давайте одним глазом на босса. Чё, куда прыгать? Центр? Я готов. Нет, не в центр. А куда? Дайте босса. Просто посмотреть, кто там. Как выглядит. Батая гора. Где мой душ? Ладно, похуй на душу. Все равно не нужны. Это что такое? Чё? Тут ещё геймплей есть? А можно просто босса и все? Травочник Игана? А босс? Плоть для драконьего причастия. О! Посмотреть нельзя, потому что в бою, блядь, со слизняками. Плоть для драконьего причастия. Лодряды, комок плоти, острая чешуйка, жар дракона. Увеличивает жизненную силу, стойкость силы. А. Мы такое уже находили. Дайте босса, блин. Где мой босс? Неужели так далеко бежать до босса? Там еще какая-то прыгалка. Или мы типа еще не пришли? Еще рано? А, мы даже еще не близко, как будто бы. Там еще миллион драконов надо убивать. Ну алло, ну прыгалка, ну блядь. Работай. Ауч. Упс. А предмет? А, это прыгалка, так, с яйцем. Ну, давайте просто посмотрите одним глазком на босса, и все, я пойду. Как будто бы еще далеко до него идти, да? Я прыгалка была. Надеюсь, это не дорога к бутсу. Что-то бегать столько не хочется времени. Ай, блядь, не нажал. Поздно. Ну, я с точкой спустился, на самом деле. Куда теперь, блин? А, обратно? О. Картина. Согласен. Я за картиной спустился. А где? Мужик. Не работает. А, он появился. Случайно нашли картину. Бывает. Подал? Каменное сердце. Какой-то расходник. Многоразовый, да. Превращает человека в древнего дракона и усилит молитвы драконьего причастия. Сердце, используемое в древних изначальных обрядах драконьего причастия, используется без одежды, чтобы превратиться в древнего дракона. А, это этот?
Превращение действует до смерти. А-а-а, использование сердца после трансформации временно усиливает молитву драконьего причастия. Последнее, что причастник увидел человеческими глазами, был закат. Его краски поблекли и потускнели слишком далеко от вечности. Нельзя применить, не знаю почему. Так, куда мы ехали? Вот сюда. Это в дракона превращается, как вот этот чел, который у нас... А, ну, кстати, мы с его пушечкой бегаем, да? Я не знаю, но этот дракон уебищный, то, что они как... добавили пушечку для убийства драконов, якобы, смотрите, просто надо хорошую пушечку иметь, тогда дракон станет нормальным. Но на этого нет, не работает. Дракон был как был хуёвым, так и остался. Работал бы на нем камера как-нибудь адекватно, да? Может быть, еще можно было поговорить о его адекватности, всех его атаках. Просто, блядь, нельзя с ним нормально драться. Так, слизники, давайте нахер. А если вы себе попадаете, я потом заберу предмет. Вау. Так, нам не сюда или что? Нам выше? Скалами насрали, конечно, тут, да. Хера всяких скал, прыжочков. Гора. Блин, самое стрёмное, что каждый раз, проходя игру, сюда, идя за боссом, приходится вот это вот пробегать, да? Ну, вроде не сильно далеко, но побегать придется. Я бы на лошадке. Так, ну, арена с боссом. Отсюда видно. Коняшку не пускают. Коняшкам вход воспрещен. О, арена хорошая, круглая, большая, как у Пласидусакса, да? Ну чё, дайте вашего Бейла. А почему не Бейлидусакс какой-нибудь? Алло? Ну какой рогатый. Что там какой-то толстенький. Объелся других драконов? Бейл ушастый. Ай, грабнул. Ваншот? Окей, граб ваншот. Ну, красивенький, красивенький. Мощный такой, сразу видно, на массе. А где у него ноги? Ногами у него там странные. И посмотрели на босса. Ну, я не знаю, убивать будем? Кстати, а Игона где призывать? На арене надо прямо? Ну-ка протестить чисто. Что он скажет? А почему мы в дракона не можем превратиться? Хочу превратиться в дракона. А где эта штука? Вот она, да? Там именно сердце. Так, и там еще был палец. Какой нам дал палец, как понять? А, это, по-моему, ключ был. Да, это ключ. Мы просто где-то его здесь призвать можем. Ну, не знаю, где. Вот он, да? Я призвал, блять. Это знак призыва, блять, поставили. Блять, охуенно, блять, а можно вот так больше таких знаков? Пиздец. Блять, серьезно, вот это помойку они сделали? Ты, блять, пытаешься призвать чел, тебя убивают, блять? Ебланы. То есть, а перед, блядь, туманом мы, блядь, не умеем ставить знаки. Никогда, блядь, такой механики не было. Мы, блядь, ставим на боссе, блядь, который, блядь, умеет огромное количество рейндж-атак. Охуенно, блядь. Мне теперь тут... А, ебать, я не могу, потому что надо еще на да, блядь, навестись. То есть, надо не просто подойти и выбрать, надо еще навестись на ебаное да. Блин, меня слушали. Только он еще что там говорит. Надо пожить немного на боссе. Ну, призыв, конечно, охуительный, блядь. Я... А, нажал, окей. I hereby vow you will rule this day. О, нормально. А, это не мои, не мой урон, это чел дамажит. Drake warrior and I, Egon, your
Ну хватит меня грабить. Что, наговорился? Это очень, кстати, очень полезный будет. Потому что эти шея крепка, начало, который